Нягинские школьницы шьют маскировочные сети для мобилизованных земляков. На плетение одной сети у девушек уходит несколько дней. Мастерят в свободное время, приходят в школу пораньше или находят время на переменах. К слову, волонтерский отряд 6-й школы всегда принимает активное участие во всех благотворительных мероприятиях. И в стороне от поддержки земляков, отстаивающих интересы Родины, девятиклассницы не остались. Сети для плетения мастерицам предоставляют неравнодушные рыбаки. А ткань закупается либо на средства педагогов, либо на материальную помощь гумкорпуса. Отмечу, что такая маскировочная сеть может в прямом смысле слова спасти бойцам жизнь. Патриотизм, потому что помочь Родине, так сказать, помочь солдатам, обеспечить победу. Такой маленький шаг к победе. Мы, как патриоты своей страны, помогаем нашим ребятам, которые там в зоне СВО, помогаем, чем можем. Я считаю, что вот это как раз и является положительным моментом приучать детей к общественно полезному труду, чтобы вот помогать, приносить пользу нашей стране.